Всем привет! Сегодня у нас будет небольшой обзор, прокачка, тест нового героя. Сейчас мы ее откроем. Роллинг, думаю, все видели, как я его убивал. Так, где там она? Вот, Седна. Поехали. Так, смотрим, что тут у нас. Разброс. Давайте пока ремочку поставим. Наролим что-то интересное. Грубая сила. Новый талантик. Ну, не хотят пятерки что-то падать на ней после обновы. Берс. Ну, в принципе, он нам тоже не нужен. Хотя можно было оставить так, утекание. Пусть будет, пока оставим. Будем менять, тестировать потом. Так, что у нас? На первом наносит урон, равный 120% от атаки. 5 случайных вражеских целей. Также оживляет 3 дружественных героя с 30% здоровья. Кулдаун 3 секунды. Увеличивает атаку дружественного героя на 100%. Получаемый урон уменьшает на 60%. Восстанавливает союзного героя на 600%. Ну, давайте потестим. Так, ну, давайте стрелка кинем. Афину, ворожая. И пройдем всю базу. Так, давайте, убейте. Хотя, что мы тестируем, мы еще на таблетку ее не поставили. Вот это я на бас. Так. Вот так вот. Питомцем ей поставим. Давайте ангела поставим. Побежали. Посмотрим, как она резнет всех. Ну, Афину ворожая. Пустим. Надеюсь, они не убьют их всех. Так, есть. Афину слили. Остался ворожай. Ну, давайте еще Некроса сейчас запустим. Так, я надеюсь, вы его сольете. Так, есть, слили. Теперь смотрим, выпускаем Седну. Хоп, резнула. Смотрите, резнула полностью. Круто. Мне это нравится. Вообще, неплохо. Так, вот она у нас уже прокачалась. Давайте сейчас ее потестируем. Пока она мелкая, ради интереса побегаем, поищем. Так, у нее автопрок. Вроде как включается она сразу. Скорость передвижения не особо большая. Так, тут нам стрелок помешал.
Да, у нее все-таки автопрок. Это очень хорошо. Видите, сразу включается. Можно будет тестировать на ней воодушевление. Так, ну давайте немножко ее подкачаем. Качать на 10-й скилл я ее сегодня не буду, потому что я хочу потестировать. Сделать обзор и потестировать других героев, поэтому пока в потолок как бы я ее качать не буду. По скиллу она у нас будет девяточка. Смотрим, что там у нас на девятом дает. Урон 370%, 5 целей, оживляет 3 героев с 80% здоровья. Так. Ну, в принципе, все. Все остальное по шаблону. Ну, поехали посмотрим на домах. Так, ну тут все понятно. Сейчас мы будем полчаса искать расстановку без стрелка. Единственный минус, она юнитов тоже бьет. Это не очень хорошо. С другой стороны, почему бы и нет? Так, ну вот такая вот расстановочка. Вроде стрелка нет. Поехали. Смотрим. Как видите, бьет довольно-таки часто. Урон, конечно, на ее левеле маленький, но... Раз, два, три. Раз, два, три. Та бьет где-то. В принципе, она бьет как заряжается сразу же. Выходит у нас раз в 3 секунды. Ой, случайно выпустил одержимого. Ну, неплохо, неплохо. Мне это нравится. Давайте ее прокачаем до 200-го. Сейчас мы быстренько волнами ее качнем и подземками. Давайте книгами. Там быстрее докачаем волнами. Так, есть. Есть. Сейчас нафармим немножко золота на новой волне. Так, есть. Прокачаем просвет. Можно кинуть, кстати, и 5-е воодушевление. Заодно посмотрим, как быстро она будет набирать энергию с пятеркой. В принципе, пятерки хватит, получается 3 секунды, плюс если будет в пачке Афина,
Этого будет вполне хватать. Ну, что-то на новой волне золото не очень идет. Так, опять нам маны не хватает. Она уже 160-я. Интересно, через сколько там уже следующая волна? А то уже скучно. Так. Ну, по 130 опыта дают. Тоже неплохо. Накопил кучу пропусков. Думал, будем долго проходить. Не там-то было. Теперь нам ману не дают. Не давали золото, теперь ману не хотят давать. Так, смотрим, что там у нас. 178. Давайте не этими книгами, вот этими. То у нас опять получится перелимит. Так, есть руны. Насколько дольше качать такими пропусками. Так, пришествие. Да, что-то только нас пока двое прошло. То ли спят все, то ли... Реально сложно пройти эту волну, не знаю. Так. Давайте где-то до 90-го просвета ее качнем. И пойдем тестировать. В принципе, до 200-го ее гнать смысла нету. Книг и так вроде хватает. Ну, видите, от 1,5 миллиона до 2 опыт идет. Неплохо, неплохо он капает с этой волны.
Так, что там у нас по кристаллам? Еще можно пару. Давайте еще поулучшаем. Уже 187-я. Да, качается круто на волнах. Я думаю, если бы у нас уже был просвет на ней стоял, точнее не просвет, а этот талант, я уже даже забыл, как он называется, честно говоря. Просвещение, по-моему, или что, которое дает дополнительный бонус, то мы бы уже, наверное, ее прокачали до 200-го. Ну, реально очень хорошо идет опыт с этой волны новой. Так, герой. Так, 96-й. Мне там, наверное, скорее всего, не хватит. Ну, попробуем. Ну, давайте ману уже. Так, есть. Два миллиона сто. Не хватит. Ладно, пусть будет 99-й. Это, думаю, не особо критично. Потом докачаем. И сделаем полный тест. Так. Так. Давайте ее докачаем книгами. В принципе, они нам вернутся обратно. Есть. Вот такой вот девяточка. Побежали тестировать. Че, она так стана боится? 72 тысячи. Неплохо. Быстрый набор энергии. Ну, заряжает ее очень неплохо. Плюс она дальник, это уже интересно. Так. Ставим ей воодушевление. Пятое. Идем тестировать. Ох, как она там зарядила неплохо. У себя отхиливает, смотрите, 90 тысяч. Круто, с воодушевлением смотрю пятым, то что надо. Соточка. Она себя хилит. Ой-ой-ой, случайно выбросил некроса. Ну, не знаю, это без эволюции она бьет. Без всяких там аугментаций, кидаем, смотрим. 75 тысяч обратка прилетела. Или это не обратка, это ворожай походу. Ну, не знаю, ребята, это походу очередная будет имба. Смотрите, что она делает.
Это просто жесть. Ее даже можно не эволюционировать, чтобы здание не сносило. Просто жесть. Да. Это уже интересно. Так, какие у него там статы получаются? 58 плюс 95, но это от рун и просвета. Ну, неплохо. Это ремочный вариант. Давайте делаем эволюцию. Окей. Метка бездны. Сейчас качнем ей. Так, аугментация есть. Вот мы ее аугментировали. Так, сейчас мы ей найдем. Я надеюсь. Найдем интересные чары какие-то. Хранитель леса. Ну, на первое время поставим так. Потом мы это все поменяем дело. Созвездие. Интересно, если ее собрать вот так вот. Сейчас соберем. На крит сопротивление, чтобы ее не критовали. А потом поменяем. Будем делать обзор. Уже на другие талантики. Так, крит сопротивление. Удар, жизнь. Ну, она с автопроком, я не знаю, это очень круто. Посмотрим, что она будет нам делать на атаке фортов и на других локациях. В принципе, надо крит словить. Так, атака, точность. Уклонение, атака. Ну, пусть будет даже так. Это не особо там что-то у нас изменит. Так, смотрим на нее. Давайте ее качнем сразу на 200. Так, надо еще золото подфармить. Ну, давайте подфармим. Так. В принципе, можно некросом фармить. Ну, не знаю. Судя по тому, что я вижу уже сейчас, это реально будет одним из новых топовых героев. Однозначно. Дополнительный отхил, увеличение урона. Автопрок, дальник.
Блин, ну круто смотрится, тут ничего не скажешь. Мне нравится. Не знаю, как вам. Пишите в комментариях, как вам такой герой. Но, судя по всему, очень хорошо зайдет на локациях. Как на PvP, так и для фарма. Для фарма однозначно. Атакует много целей. Ресает. Дает усиление. Что еще надо, ну реально. Вертолетики стрелка еле-еле затащили. Так. Где там она у нас? Ну, давайте в топор ее поставим. Ну, первая эволюция, 200 левел. Побежали в рейде потестим. Так, смотрим. Блин, да, что-то дохренище урона. Смотрите, что она делает, первая эволюция. Это 9-10. Я даже не знаю, что вам сказать. Это жопа, ребят. Бьет сразу 5 героев. Это жесть. Понятно, череп ужатал. Это ремочный вариант. Смотрите, сколько урона. Да, это просто дальниками можно будет сейчас смело бегать вместе с ней. На БГ отрешивать. Так, что у нас по жизни получается на первой эволюции? Ну, уже 240 тысяч жизни. В сумме где-то так. Ну, круто. Круто, круто. Давайте. Делаем эволюцию. На максималочку. Оп. Есть. И качаем сразу. Ну, не знаю, блин. Нравится очень герой. Уже влюбился почти. Да, она жесть что творит. Это просто нереально, смотрите. Хватает просто пятого воодушевления рунами. По таланту пока неизвестно, что лучше ей ставить. Атакующий вариант, либо дефный, пока не знаю. Возможно, огненка зайдет. Да, бьет юнитов. Это не очень хорошо, но с другой стороны, смотрите, что она делает, когда юнитов нет. Каждых 3 секунды 5 целей. Это просто жесть. Я балдею просто. Да. Наземный Вольтор, скажем так. Так.
Хорошо, давайте возьмем сейчас. Подфармим быстрее, а то видос и так затянули. И потом будем уже тестировать в отдельных видосах ее на разных локациях. Ну, судя по тому, что я его увидел, это реально будет охрененный герой. Так как ворожай новый. Кое-чем даже, я думаю, интереснее. Это причем ремочный вариант, это еще не прокачанное. Сейчас попробуем ей что-то интересное выловить. Потому что с ремкой ее оставлять как бы не особо я хочу. Так. Смотрим. Ну, смотрите, что она делает с ними. Это просто жесть. Просто пятое воодушевление, 3% базы нет. Я офигею. Конечно, она убивается очень быстро, но... Она хилит себя. Смотрите, что она делает опять. Там есть стрелок. Круто, круто. Сейчас и сделать осталось один залп. Как видите, пятое воодушевление уже дает возможность ударить при разбросе стрелка, ну, при орнитоптерах ее, которые забирают у нас энергию. Ну, классно. Не знаю, мне нравится. Сейчас мы вот так сделаем. По-моему, ребята, это очередная имба. А вы как думаете, пишите в комментариях. Так, еще немного. У нас начался кризис. Началась проблема с ресурсами опять. Так, и улучшить. Так вот, книгами докачаем. Часть книг мы вернули. Так, ну, вот так вот. 10 тысяч атаки. 18 получается. Жизни 320. Тоже круто. Поехали потестим ее еще разок в рейде. Так, тут мы ничего не увидим. А вот тут увидим.
Смотрите, выражая, блин. А, это этого Ареса снесла. Блин, ну что такое? Ну, дайте ж потестить героя. Ой, я ее там кинул вместе с ними всеми. У кого-то снесла. Причем это не топовая сборка еще. Давайте посмотрим, как она Рину. 197. Все. Правда, Рину слабенький был. Вот тут вроде интересно. Смотрим. Половину жизни от себя унесла обхранителя. Но смотрите, что делается. Это просто жесть, ребята. Вы, в принципе, сами все видите, что делается. Как-то череп не особо с ней может справиться. Да. 350? Или мне это показалось? Ну, блин. Давайте пойдем еще, знаете, куда? Забежим, чтобы сильно не затягивать видос. Мы и так уже его затянули. В королевскую. Тут есть алтарь. Был, я не знаю, забрали его, не забрали. Нормально, есть. Создать команду, изменить. Ставим ее. Ставим ее. И смотрим. Угу. Понятно все. Тут все понятно. Значит, возьмем сюда еще ворожея. Попробуем так. Конечно, надо еще больше отхила. Давай, давай, давай. Есть, отхилил. Ну, смотрим. Все-таки ее унесли, как видите. Понятно все. Давайте возьмем тогда тоже. Поставим Рино. Поставим Некроса. Потестируем сейчас ее просто на обычной пачке. Ну, как видите, Фрея, как обычно, пакостит. Очень, очень быстро сливает героев. Блин, опять придется всех собирать, что ли? Ладно. Где там наш Анубис? Новый имбовый. Ну, пока не знаю. Насчет таланта данному герою, я смотрю, так воодушевления хватает рунами. Ставить ей какой-то защитный дефный талант, скорее всего, чтобы подольше стояла. Не знаю, надо будет потестировать. Жизни как бы у нее хватает. Да блин, хватит моего этого пилить. Ворожея. Заманали. Вот видите, как возьмется в одну цель и все. Долбит. Лень питомцев одевать всех.
Ладно, не будем заморачиваться, идем ее еще здесь потестируем. И потом уже отдельные видосы поделаем. На локациях полный тест смотрим. Ну, 200 тысяч. Довольно-таки неплохо. Конечно, скорость атаки, скорость передвижения у нее маленькая. Видите, очень медленная. Так, атлант включился, ну. Ну, отхиливает себя там. Нормально так отхиливает. Против атланта выстояла. Ну-ка посмотрим. Против демона. Сверский тоже, походу, уже получил, прокачал. Не катит, маловато у нее защиты. Так, давайте тогда сделаем вот так, поменять этот талантик, сюда кинем, где там наши стрелки любимые. Бог войны. Просвещение, которое уже не надо. Так, давайте коробочками попробуем. Вот так вот коробочками. Бог войны. Ставим ей бог войны. Вместо ремки пока заменить. Улучшить. Раз, два. Потестируем ее с богом войны. Сейчас откроем следующую коробочку, посмотрим, что там у нас упадет. Оживление. Оживление нам не надо. Разброс тоже не нужен. Просвещение, спасибо. Ожог. В принципе. Ну нет, и ожог тоже смысла нету ставить. А раз он блокируется. Хотя, с другой стороны, как мы видели, ожог тоже неплохой талантик. Так, ну, давайте еще. Коррозия не нужна. Коррозия руны. Огненная защита. Вот это как вариант будет. Потестируем с богом войны. Потом поставим огненку, тоже потестируем. Все, вот такой вот был мини-обзорчик. Знаю, долго затащил, затянул, но показал вам героя. Что, как, почему. Дальше будем тестировать его уже на максималке. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.